Хочу небольшой обзор сделать сливного бачка. Однажды у нас сломалась вот вся вот эта весь механизм кнопочный. Тут был две кнопочки, они что-то быстро вышли из строя. Хотел купить, но что-то дороговато было для меня что-то, и я решил вручную сделать. Очень удобно вот этой регулировать и поток воды, и объем воды выпускаемой. Можно в любое время опустить, и вода не будет течь. И вот если вы заметили, вода очень тихо льется. Это специально так сделано, чтобы вот когда вода очень тихо льется, счетчик уже очень начинает плохо видеть. Он даже может и сейчас даже не видит. По-моему, даже стоит на месте. А нет, крутится. А если еще, конечно, убавить, тут как раз кран есть, это, то можно вообще практически чуть ли не бесплатно пользоваться этой водой. И оно медленно наливается. Ну, так как у нас в семье несколько человек, очень медленно смысла нет. Все равно кто-нибудь идет в туалет, воды может не хватить. Подписывайтесь на канал. Может, еще что-то расскажу. А кое-что уже рассказал и показал.